Отлично. Эй, в чем твоя проблема? Нет, ты этого не сделаешь. Ты не сможешь убежать. Я вытащил нож, который у меня был, и начал наносить удары ножом человеку, который пытался убить меня. Подожди. Ты же... Рива? Охренеть, здравствуйте. Всем здорово, с вами Шет, и сегодня мы с вами начнем играть в игрушку под названием Марио и музыкальная шкатулка Арк. Это что-то типа продолжения предыдущей игры, то есть Марио и музыкальная шкатулка. Но это уже событие происходит после плохой концовки. Сделал опрос на своё общество Ютубе и ВК по типу, на какой мне путь проходить. В этой игре есть два пути, типа путь разума и путь безумия. И многие проголосовали за путь безумия. И один человек только проголосовал за путь разума в группе ВК. Ссылка, кстати, в описании. Так что мы будем проходить путь безумия. Почему бы, собственно, и нет? Я вообще планировал путь разума пройти, но, видимо, не судьба. Поехали. А сразу говорю, я буду переводить все через этот, через переводчик. Ну, то есть у меня тут телефон есть. Вроде нормально все видно. Отлично. Так, ну, это мы пропустим. Привет, просто напоминание. Арка происходит после концовки Марио и музыкальная шкатулка пропавшей без вести. Да. А теперь... Хотите ли вы отключить звуковой эффект текста? Обратите внимание на то, что вы не можете его отключить, включить после этого выбора. Enable. А хотите ли вы посмотреть начальную заставку? Да. Мне интересно, она будет записываться у меня? Просто в прошлый раз не записывалась. Когда я проходил музыкальный шкатулку первый. Весьма неплохо, кстати, нарисовано, мне понравилось. Мне нравится. Многие, кстати, вот, если сейчас появится... Я уже спалил немного о себе, я его видел до этого. Вот это вот, Марио, местного режима. Кажут так немного спойлеры, я себе это нашел. И пофиг на то, что там YouTube мне начнет предъявлять, говорить о том, что типа, какого хрена я... Музыку использую. Какого хрена я использую музыку с авторскими правами? Мне пофиг. Я хочу. Просто. А хотите краткий обзор? То есть после событий... Последние события Марио и музыкальной шкатулки. Давай. Наконец-то добрался до особняка. Особняк, о котором ходят... Бла-бла. Особняк, о котором ходят слухи. Видимо, люди, которые приходят в это место, пропадают. К моему приезду я подобрал проклятую музыкальную шкатулку. В этой музыкальной шкатулке была заперта женщина по имени Алиса. Ждущего момента, чтобы напасть, как я понимаю. Я попытался выйти через парадную дверь, но дверь исчезла. Все окна и двери и вентиляционные отверстия были прочными, как сталь, и вообще отсутствовали. После того, как я стал свидетелем тревожных событий в этом месте, это начало сказываться на моем здравомыслии. Это было, когда Элли взяла надо мной верх. Во время моего нервного срыва я встретил Рибу, человека, утверждающего, что расследует этот дом.
Он не был похож на ни на одного из здешних обитателей Грибного Королевства. Из нынешних обитателей Грибного Королевства. За это время Луиджи появился отправился на поиски меня. Прошло совсем немного времени, пока проклятие не начало разрядать его рассудок. Алиса начала контролировать мое тело все больше и больше. Я напал на Рибу и был способен бороться с ее влиянием некоторое время. Я медленно начал собирать воедино события, произошедшие в этом особняке. Весь этот особняк принадлежит Алисе и ее отцу, человеку, который владел горнодобычущей компанией. Вроде правильно прочитал. Вскоре после этого его жители начали пропадать без вести. Их всех убивала сама Алиса. Она заболела какой-то неизвестной болезнью, которая сократила ее срок жизни. Это заставило ее предпринять ритуал, требующий ее жертвоприношения. Последней жертвой была Сирина, дочь Рибы и Элис. Ритуал так и не был завершен. И Элис погибла. Она была и одной из ранних пропавших людей. Когда я воссоединился с Луиджи, она сказала мне, что он пришел в этот особняк через парадную дверь. Мы пошли проверить ее, на месте ли еще входная дверь. На месте ли она, в общем, да. К моему удивлению, так оно и было. Мы наконец-то сбежали из особняка. Это был момент блаженства. Затем я снова потерял контроль. Алиса ударила Луиджи ножом, используя собственное тело. Я должен был стоять там и смотреть, как касает жизнь моего брата. Я был бесполезен, чтобы остановить это. Алиса использовала мое тело, чтобы вернуться обратно в особняк, чтобы закончить свой ритуал. Я был не в состоянии повернуть назад и помочь своему брату. Окей, мы посмотрели. О! Доброе утро! Марио, почему ты встал так рано? Я взволнован, возможно, посетить этот жуткий заброшенный дом сегодня. Вероятно, он наполнен действительно страшными призраками. Бу-бу-бу-бу! А, прекрати! Ты же знаешь, я ненавижу призраков. Вспоминаем Луиджи Мэншн. Я знаю, вот почему я иду один. В любом случае, зачем ты туда идешь? Я собираюсь провести расследование в этом доме. В этом доме было множество исчезновений. Не хочешь, чтобы я пошел с тобой, я так понимаю, там написано. Нет, извини, я думаю, будет лучше, если я пойду один. Я уже сказал принцессе, что она тоже не может пойти со мной. Чё музыка-то заиграла? Ты уверен, что это безопасно идти одному? Я могу пойти с тобой. Не беспокойся, останься здесь. Не беспокойся насчет меня, просто останься здесь и расслабься, хорошо? Хорошо, просто будь осторожен. Я заметил, что Марио казался обеспокоенным. Я решил проигнорировать это, потому что он думал, что он беспокоится о моей безопасности. Оказывается, он беспокоится о своей. Это был последний раз, когда я видел улыбку Марио. Время, когда закончились наши обычные дни. Я скучаю по тем дням. Я скучаю по своему брату. Здесь все размыто. Я не смог спасти моего брата. Интересно, что сейчас произойдет? Я собираюсь умереть? Выйдет ли Марио из себя и вернется за мной? Я не знаю. Мне просто нужно отдохнуть и скоро все. И вскоре все выяснить. Нет, я не позволю этому закончиться так. Марио, я иду. Я спасу тебя, несмотря ни на что. Капец, он просто встал и все. Сейчас пойдет.
Эта рана жутко больная, что я едва могу ходить. Это не Марио. Он бы никогда со мной так не поступил. Я должен спасти его. Капец, он просто встал и пошел, охренеть. Почему? Почему ты заставляешь делать меня это? Ты заставила меня убить моего собственного брата. Ты монстр. Чего ты еще хочешь от меня? Ты уже забрала что-то для меня самое дорогое. Спасения нет, тебе суждено умереть здесь. Тогда я просто покончу с этим. Я больше не хочу быть в этом живом кошмаре. Ну что ж, тогда ты подчинишься мне? Эй, братан, не сдавайся. Марио, которого я знаю, я бы никогда так легко не сдался. А? Луиджи? Я не сдамся, нет. Я обещаю. Ага. Так, ну у нас теперь есть вот такая вот фигня, да? Да, вот, Destiny Map. Короче, у нас теперь есть вот такая вот фигня. Destiny Map. Она отвечает за то, на какой путь мы, собственно говоря, проходим. То есть, вот это вот сейчас у нас путь разума, а это у нас путь безумия. То есть, из-за какого-то там момента все вот начнет происходить так, как, собственно, будет происходить. То есть, например, что-то произойдет, и мы, в общем, пойдем по пути безумия. В общем, да. Ничего. Ну-ка. А, типа в зеркало не хочешь посмотреть, да? Ладно. Не показалось, он по столу прошелся. Так, давайте сохранимся. О! Опаньки! Вот это прям интересно. Авторы, видимо, забыли удалить сохранение одно. Чё? А, окей. Марио! Слава богу, я тебя нашла. Здрасте. А вы как тут оказались? Принцесса? Марио, что случилось? Нет, пожалуйста, не вреди, пожалуйста, я прошу тебя. Марио, эй. Прекрати это! А, внимание, это отвечает за вашу концовку. Убивать ее, убить ее. А, собственно, вот у нас, как все будет происходить, типа, все начинается здесь. То есть, если мы не будем убивать принцессу, начнется путь разума. Если мы убьем ее, начнется путь безумия. Но, так как вы просили меня пройти на путь безумия, будем проходить на путь безумия. Поэтому давайте убьем ее. Как бы это странно ни звучало. Ладно. Это позор. Ты действительно О боже, Алиса, ты чё? Ты действительно хорошая, ваше высочество. Но здесь не... Но здесь чего-то не хватает. Что ты имеешь в виду? Нет, Марио, остановись! Ау. Ты потеряла немного крови. Хватит, пожалуйста! Где Марио, которого я так знаю... Которого я знаю? Марио ушел. И скоро ты встретишься с ним. Как я понимаю, она это сказала. Марио! Сейчас умри. Ау. Почему? Так. Почему? Почему я наблюдаю за тем, как... Чё? Как мои любимые умирают от моих собственных рук. Прости меня. Прости, что я не убил тебя раньше. Охренеть. Убивать.
убивать. Это весело. Это заставляет меня чувствовать себя живым. Чувствовать себя живым, да. М? О, что это? Получен ключ от подвала. Тебе это больше не нужно. Тебе это больше не понадобится, дорогуша. Спасибо тебе за то, что спасла меня от проблем. Чтобы найти его. Это тебе тоже больше не понадобится. Найди на корону. Он забрал у нее корону, что ли? Да? Ну, вроде как да. Ну, что скажешь, что-то натворил. Нет, это не мо... Нет, это не может быть на самом деле. Это просто кошмар, да. Это просто кошмар. О, заткнись. О, заткнись. Твое постоянное отрицание становится старым. Это реально... Это реальность, ты в моем мире. Заткнись! Сохраняемся. Ну, не получилось. Не фартануло Марио. Ну, а, кстати, там Destiny map сейчас. Вот. Да, все, мы пошли по пути безумия. То есть вот тут у нас выбор такой вот был. Кстати, сколько там вообще концов? Боже ты мой! Звездец! Раз. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь концовок. Етишь ты пассатижи. Тут нет прохода, так что идем сюда. Опа. Кто я? Я больше не знаю. Кто ты там написано? Это реально я? Так, теперь откроется? Нет, он не хочет заходить. Опа-па. Окей. Эй, погоди-ка. О, безумный взгляд Марио. Мы же... Эй, мы же здесь, где... Да, во. Конечно. Алиса не даст мне уйти. Так. Полазим в карточках. Я ничего здесь не вижу. О, тут проход есть. Я сейчас сохранился. Давайте сохранимся. А какая-то стрёмная рожа. Куда мне вообще идти? А, ещё да? А. Черт. Я закрыл себе путь! Охренеть. Что мне делать? Ну-ка, я могу выйти. Да, вот, что перезапустилось. Класс. Тихо.
сохраняемся. Я чувствую, что кто-то следит за мной. Луиджи? Кто там? Раскрой себя, я знаю, что ты там. Отойди от меня! Марио, это я, Луи... Я достаточно хорошо знаю, что ты не мой брат. Так что не произноси его имя. Это Луиджи. Марио, пожалуйста, послушай меня. Как ты смеешь? Я знаю, что ты не мой, что мой брат мертв. Ты разыгрываешь какую-то дурацкую шутку? Кто ты? Я твой брат, Марио. Не трогай меня, ладно, так переведу. Заткнись! Ты не мой брат, просто заткнись! Я сломал трубу пополам. Хватит с тебя игр. Просто уходи. Оставь меня одного. Просто оставь меня одного. Так, я боюсь сейчас к нему подходить. Да не Дейсти, не мам, ёб... Моё. Я не сюда. Я хотел на это сохраниться. Просто этот хрен... Он не может посмотреть. Ладно, идем. Знаете, такое время мы живем, что в любое место надо... Заходишь в любое место и надо сохраняться. Чё-то не страшно. О! Прикольная фигня. Какая-то. А, найден зеленый медальон. У меня уже есть половина. Интересно, для чего это нужно? Это была дверь? Ни за что... Не может быть! Я заперт! О, боже. Почему воздух становится густым? Я должен убираться отсюда. Эй! У меня нет на времени на твои игры. Выпусти меня отсюда. Никакого вот это, да? Что ж, я буду си... Что ж, я силой открою эту дверь. Отлично. Эй, в чем твоя проблема? О, нет, ты этого не сделаешь. Ты не сможешь убежать. Я вытащил нож, который у меня был, и начал наносить удары ножом человеку, который пытался убить меня. Подожди. Ты же... Рива? Охренеть, здравствуйте. Ты пытался вытащить меня отсюда? Ни за что. Не может быть... Это не может быть на самом деле. Хотя, судя по тому, что он делал в других концовках оригинальной игры, все может быть. Ты ни за что не пытался спасти меня, верно? Ты пытался убить меня! Я знаю! Ты истинный убийца! Ты убил Рибу за меня! Для меня. Нет, я... Это правда? Ты убил его хладнокровно? Точно так же, как ты поступил со своим братом и своей собственной... И со своей возлюбленной принцессой. Прекрати это! Я хочу вернуть своего брата! Я хочу вернуть принцессу! Я хочу, чтобы принцесса вернулась! Верни их обратно! Ты просто собираешься скользнуть... В более глубокое безумие, тем больше ты пытаешься умолять вернуть своих друзей. Это бесполезно, ты потерял все. Я убью тебя. Я побью тебя, Алиса. Это еще не шах и мат.
Я люблю любого, кто станет у меня на пути. Я найду тебя, Алиса. Ты заплатишь за это. Я выиграю. Я выживу. Я убью. Убить, убить, убить. Убью, убью, убью тебя. Я должен успокоиться. Я найду выход из твоей клетки, Алиса. Я знаю, что я так и сделаю. А, да, вроде записывается, окей. То мало ли. Чё-то я не слышу, чтоб Алиса... Именно Яндекс. Как-то не сильно... Появлялась. Сохраняемся. Тик. А, тут нужно найти остальные медальоны. Ух ты, ё-моё. Пусто. Я, пожалуй, сохранюсь. А? Нет никакого отражения в зеркале. А, подожди, что это? 08660. Так, сейчас, подождите, сфотою. Нормально? Да, нормально. 08660. Окей. Ноль восемь шесть шесть ноль? Что это значит? Это какой-то код? Я должен записать это. Получен код. Интересно, для чего это? Опа-па, здравствуйте. Я чувствую тебя, ты это знаешь? Ты знаешь, что невежливо подкрадываться людям не... к людям незаметно. Не так ли? Хорошо, что ты хочешь от меня? Что это за чувство? Это больно, это очень больно. Это становится труднее дышать. Я должен убежать как можно скорее. Чего тут больше нет? Окей, давайте сохранимся. Тут вот это... Чего-то какие-то проблемы начинаются. Мне это совсем не нравится. Слишком тяжело. А вас понял. Перед тем, как заходить какие-то двери новые, будем сохраняться. А то мне страшно. Я слышу шаги. Я не буду убегать, я не буду прятаться. С меня хватит. Охренеть. Что? Опа-па, здравствуйте. Приемная дочь Алисы. Здравствуйте. Ты правда думал, что это сработает? Нож сломан? Охренеть. Так. 6 минут уже записано. Вау. Ты думаешь, это правда ты? Подожди, что ты имеешь в виду под этим? Это все еще я. Это... Я знаю, это я. Что это за чувство? Это горит глубоко внутри. Все расплывается. Успокоится. Хотя, не знаю, хз, как это к чему-то приведет. Я должен просто успокоиться. Я не могу позволить Алисе выиграть. Я должен продолжать идти. Так, надеюсь, это никак не повлияло на... Чё? Это-то откуда? Откуда ты вылез?
Так, ладно. Неважно. Он закрыт. Он заперт. Я думаю, что я должен был... Я должен был в состоянии на... открыть его. Ага. А, я помню. Так. Сейчас. Ноль. Код, похоже, не сработал. В смысле? 2000 years later. О, получилось. На один зеленый, голубой медальон. Ого, я уже 40 минут записываю. Охренеть. Ну, возможно, тут еще этот. Ну, это хорошее место, чтобы спрятаться. Я понял. Так, ну окей, мы здесь все нашли. Да ё-моё, нажмись ты. О, ну, найдено фрагмент воспоминаний. Чё? Эй, мистер! Да? Чего ты так хорошо относишься ко мне, по сравнению со всеми остальными? Ты не заслуживаешь, чтобы с тобой обращались как с мусором. Ты заслуживаешь лучшего. Не все ненавидят нас. И я не знаю почему. Это ревность. Что-то, что люди имеют... что люди имеют общего, да. Ты не человек? Нет, на самом деле я... Выглядит воспоминание, но чьи они? Вау, сюжет. Понеслась. Ух ты. Так. Она показывает, как идти. Эта девочка пытается мне помочь? Или это какой-то флешбэк? Что это за флешбэк? Не возвращайся, следуй за ней. О, спасибо! Так. Значит, вниз, потом сюда. Потом сюда. Сюда. И вот сюда. Ладно, сохраняемся. Фу, это будет тяжело. Но поехали. Уху! Я запомнил. Не возвращайся, следуй за ней. Так, сюда. 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 Ох, тяжело. Ай!
Блин, а я же даже не сохранился там. Я чутка поспешил. 8 гребаных часов спустя. Сохраняемся. Эй, что за говно? Да ладно, ты издеваешься надо мной. Это тот типа головолома, где надо все сразу нажать как-то. Так, сначала сюда, потом... Ладно, не нажать. Сюда. И последнее. Есть! Спасибо, священный Ютуб. Что бы я без тебя делал? Это выглядит довольно глубоко. Должен ли я прыгнуть вниз? Посмотреть вниз. Бросить. О, нет. Не помешало бы бросить один. Я даже не слышу ее. Я могу поднять туда лестницу. По лестнице. Я туда могу пойти по ней. Пойти по лестнице. Должно быть. Должно быть. Это должно быть в хорошем состоянии. Что это за звук? Ау. Лестница сломана. Теперь это смущает. Ну что ж, ребят, давайте на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. А то и так 58 минут уже снимаю. Охренеть, чуть ли не час. Так что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось это видео. С вами был Шрэд, и всем до скорого!